Леденов. Готов. Здравствуйте всем. Песня называется «Монета». Микрофон есть? Сейчас. Раз, раз. Да, слышно там? Микрофон тут парит. Давай еще поближе подвинем. Песня называется «Монета». Меня зовут Андрей Клединов. Манит золото кусок, манит так, что нету слов, манит, как магический магнит. Даже седых он всех манит. Но что же делать, ведь вопрос не в этом. Как спасти двух влюбленных людей, когда их разбивает монета? Монета. Блеск драгоценных камней манит, все материально ценней манит, в денежном знаке много нулей манит. Всех манит. Но что же делать, ведь вопрос не в этом. Как спасти двух влюбленных людей, когда их разбивает монета? Монета. Манит, 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 монета. Металл чувств не знает, сманит жизнь, обманет, не промажет, размажет. Монета. Песня вообще, скажем так, она посвящена небольшой релиз, можно? Просто чтобы объяснить, чтобы было понятно вообще, к чему это относится. Вот. На первом сотворчестве Дмитрий, как бы мы с ним, когда общались, знакомились, пришли к выводу, что здесь играются вещи, коротко охарактеризовав их как без грязи. Вот. Но дело в том, что грязь грязи рознь, понятно, что вот, одно дело в тексте матерные слова, а другое дело то, о чем ты поешь, и, ну,
может быть, свою точку зрения высказываешь или общую. То есть, в принципе, эта песня, она о политике в какой-то мере. Вот, она так и называется, «Политиканы». Вот, но она посвящена тому, собственно говоря, ну, основы русского рока, поэтического рока. Для меня вот, это было основано на таких исполнителях, как Виктор Цой, там, Тальков, к примеру, Чиж, Наутилус Помпилиус. И как бы именно этим командам, можно сказать, то есть продолжение деятельности этих людей, я написал эту песню. Но, правда, пою ее совсем не так, как они. То есть, скорее, такой речитатив немного. Вот. Слушаем. «Политиканы». Ударю по нервам, встряхну систему, молча продолжу разворачивать тему. Абстракция с романтизмом странно представил себя с мечом и в латах мятых рано. Смотрим ТВ, глобальное заявление, тексты дерзкие, не крик, а пение. Психологическое растет волнение, пыль в глазах, свершилась затея. Толпы маршируют, давя всех свободой, она протестует, хвалится породой. Достали спектакль, закончили силы, и снова все стали жить, как жили. Народ тряхнуть жиром заставить мало, четкую цель внушить и направить надо. От устоев отойти, от покоя отказаться, в дерьме страны поковыряться. А массы кипят, идет волнение, но нет понимания мировоззрения. Дыша алкогольными испарениями, крики с трибун, но никакого движения. А предложения сложные, партии обальные, крутят, вертят, как каталы вокзальные. А тащат за холку, к делу привлекают, на что же еще нас теперь обрекают? А зубов показать-то не можем, нет, видя дома бубним, да молчим с миром. Нас много пеших на этом столе, только играют с нами ферзи в тире. Ударю по нервам, встряхну систему, молча продолжу разворачивать тему. Абстракция с романтизмом странно, представил себя с мечом и в латах мятых рано. А в чем тут проблема, я не понял. В чем проблема? Я тебе текст дам.